Сейчас нахожусь в лесу. Ой. Листья летают везде. Листья хожу, собираю. Осень в Польше. Осень в Польше началась только в середине октября. Вначале листики еще где-то даже не желтели. Я думала, вообще осень не наступит в Польше. Но осень только в середине октября началась. Сейчас конец октября, 30 октября. Вот я вылезла в парк. Отстала наконец-таки от людей. Хожу тут, уединяюсь. Наслаждаюсь тишиной такое. Хожу просто. Думаю о жизни, как мне жить дальше. И вчера у меня был очень тяжелый день. Я живу на квартире с украинцами. Вот. И просто один человек меня очень довел. Я взяла... Ну, просто у меня уже мозг включился, я не стала... Не думала головой, что я делаю. Я взяла пачку своих таблеток. И все. И выпила. Действовать они начали только вечером. Это я все промучилась с головной болью до этого, до наступления действия. Вечером у меня началось самое худшее. Сердце мое начало прыгать, давление скакать. Ну, в общем, было очень такое так сложно. Как бы... Врачей нет. Я занималась самолечением. Не знаю, я так устала от жизни, просто не могу передать. Прошлое. Я вырвалась из прошлого, я уехала, нашла в себе силы. Но такое состояние, что мимо жизнь как бы прошла, она остановила жизнь. Чувствую поломанный себя, ненужный, использованный. Не знаю. Как бы у меня попытки суицида и раньше были, как бы я себя и раньше себя не чувствовала себя никому не нужной. Я не знала, ради кого, ради чего вообще жить. И вот вчера у меня тоже просто людям просто нечем заняться, они начинают капать на мозги настолько скучное, что просто нужно добивать других людей. А у меня просто поддержки нет. Я одна, просто одна в Польше. Мои друзья, которых я очень любила, просто замечательные друзья, они на прошлой неделе уехали в Варшаву, живут себе там сейчас. Я вот одна тут. Никак без них не могу, просто никак. Хожу, маюсь, плачу. Не знаю. Какая-то эмоциональная нестабильность. Все раздражает. Как бы жизнь остановилась. Как жить дальше, я не знаю. Я понимаю, что у каждого человека и даже у моих друзей есть своя жизнь, у них свои семьи, некоторые из них еще не женатые, ну, не знаю. А я просто одна брошенка. В прошлое я возвращаться больше не буду. Это табу. Можете что угодно говорить, что самоубийство это грех. Просто все говорят грех, грех, а причину, почему человек это делает, просто никому насрать просто. Привыкли говорить всеобщую фразу, это грех, как ты можешь, вот. Ну и на этом все заканчивается. А никому не интересно, почему человек это сделал. Такая просто боль, что
невыносимый.